Бизнес-инкубатор в Барановичах был создан в начале 2017 года. Процесс инкубирования достаточно прост. Начинающий бизнесмен получает офис по льготным арендным ставкам и широкий спектр консультаций по всем насущным вопросам. Помогая предпринимателям расти, инкубатор растет и сам. Барановичский бизнес-инкубатор востребован в нашем регионе, и наша работа, которую мы сейчас проводим, также очень необходима нашему малому и среднему бизнесу. Что подтверждается нашей статистикой. На данный момент в Барановичском бизнес-инкубаторе размещается 26 организаций индивидуальных предпринимателей, что составляет 110% от концепции развития Барановичского бизнес-инкубатора до 2020 года. То есть, как мы видим, мы выполнили весь спектр запланированных услуг за 7 месяцев нашего существования. И стоит на данный момент вопрос о расширение Барановичского бизнес-инкубатора. Власти города пошли нам навстречу и предложили несколько вариантов, из которых мы сейчас прорабатываем каждый из них, и будет принято решение, как и где мы будем дальше расширяться. Первые месяцы работы показали, проект востребован. Уже через 3 месяца после открытия бизнес-инкубатора 3/4 предлагаемых площадей были заполнены резидентами. Начинающему бизнесмену может оказать помощь юрист, бухгалтер, специалист по кадрам, охране труда, менеджер по развитию. Помогут и проанализировать рынок. Основная цель, естественно, это помогать предпринимательству. Ну и, соответственно, я считаю, что мы предоставляем приемлемые, даже приятные, можно сказать, так, условия для наших предпринимателей. Основной причиной, я считаю, почему люди должны к нам идти и идут, я считаю, то, что мы предоставляем, во-первых, площади, где можно заниматься своим бизнесом, предоставляем важную часть бизнеса – это информацию, потому что без информации в наше время очень сложно, наш мир и наш век информационных технологий и информации – это очень важно. Нужно знать, что нужно делать, как нужно делать, когда нужно делать. И вот эту вот информацию мы предоставляем. Сегодня в инкубаторе работает 26 резидентов, которые занимают около 80% имеющихся площадей. В офисах разместили швейное производство, фитнес-зал, фотостудия, танцевальный зал, салон красоты и многое другое. Елена Станкевич вместе с мужем открыла швейное производство для детей до 3 лет. Мы решили с мужем открыть ИП. Нас привлекла эта идея, так как нам детские вещи очень нравятся. Они у нас из трикотажа. Мы производим детские вещи от 0 до 3. Вот. Привлекла идея бизнес-инкубатора, потому что здесь приемлемые цены, хорошие условия. Из перспективных планов на ближайшее будущее – реализация совместного с Барановичским государственным университетом образовательного проекта. Между учреждением образования Барановичский государственный университет и Барановичским бизнес-инкубатором на сегодняшний день заключен договор о сотрудничестве. И в рамках данного договора уже создан филиал кафедры информационной системы и технологий. Студенты нашего университета в филиале кафедры информационной системы и технологий будут отрабатывать практические навыки по разработке программных продуктов для нашего бизнеса, для наших предприятий, организаций города и района. В будущем мы планируем создать с бизнес-инкубатором консалтинговый центр по вопросам юридического, экономического, психологического и бухгалтерского характера, также для наших начинающих предпринимателей, наших бизнесменов. Сегодня в Брестской области работает 2 бизнес-инкубатора в нашем городе и областном центре. Они позволяют дать старт малому предпринимательству, способствуют созданию новых рабочих мест. А это новые технологии и подходы к производству, а вместе с ним и в целом движение экономики вперед.